Отец, это я, Майкл. Я сделал это. Я нашел это. Это и правда находится там, где ты сказал. Они все были там. Меня они не узнали сначала, но позже приняли меня за тебя. И я нашел ее. Я вернул ее обратно, как ты меня и просил. Она свободна теперь. И что-то произошло со мной. Я должен был умереть, но я выжил. Я вынужден был прятаться в тени. Однако сейчас у меня есть лишь одна цель. Я собираюсь отыскать тебя. Я собираюсь отыскать тебя. Теперь ты сыграл свою роль. Или ты считаешь, что эта работа сама по себе свалилась на тебя, как снег на голову? Нет. Это был подарок для нас. Ты собрал их всех в одном месте. Прям как он и просил тебя. Все эти маленькие души в одном месте. Они и являются подарком для нас. Теперь мы сделаем то, для чего были созданы. На этом все закончится. Ты будешь гордиться мной, папочка. Смотри, слушай и вникай. Соединение завершено. Прости, что перебиваю тебя, Элизабет, если ты, конечно, помнишь это имя. Но боюсь, что ты не так все поняла. Ты здесь не для того, чтобы получить подарок, и пригласил тебя сюда не тот, о ком ты подумала. Однако, тебя все-таки пригласили. Вы все были приглашены сюда, в этот лабиринт звуков и запахов, заблуждений и неудач. Лабиринт без выхода, лабиринт без награды. Вы даже не понимаете, что вы в ловушке. Ваша жажда крови завела вас в бесконечный круговорот, пока вы слепо гнались за возгласами детей, которые всегда оказались где-то рядом, но где-то в недосягаемости. И вы никогда их не найдете. Никто из вас не найдет. На этом ваша история заканчивается. И ты, мой храбрый волонтер, который где-то откопал столь странную для себя работу, почему-то упустил свой шанс и не сбежал. Я предполагаю, что ты здесь по собственному желанию. Мне кажется, что ты нашел подходящее для себя место. Я тоже останусь. Я рядом. Об этом месте никто не вспомнит, как и о том, с чего все начиналось. Возможно, вместе с этим местом испарятся страдания всех былых трагедий. Войдите же, монстры, заточенные в коридорах, и добровольно оставьте души, которые вам не принадлежат. Я верю, что большая часть из вас обретет покой, может даже нечто большее, после того, как развеется дым. Однако для одного из вас темная бездна ада открыта, чтобы полностью поглотить тебя. Так что не заставляй дьявола ждать тебя, старый друг. Дочь моя, надеюсь, ты слушаешь меня. Я знал, что ты тоже вернешься. Это твоя природа – защищать невинных. Мне жаль, что в тот день, когда тебя выставили на улицу и оставили умирать. Никто не был рядом, чтобы обнять тебя так же, как ты хранила в своих объятиях других. А затем, вот что с тобой стало. Такая участь должна была достаться мне, а не моей дочери. Я не смог тебя спасти тогда, так позволь спасти тебя сейчас. Пришла пора тебе обрести покой. Помни о тех, кого ты хранила в своих объятиях. На этом закончится все, что нас связывало.